тему, что вас поразят свирепые и бесстрашные женщины азиатского кино. От мастеров восточных боевых искусств до тайных агентов эти дамы берут под контроль Runner Action. Присоединяйтесь к нам, и мы раскрываем 10 лучших азиатских женских боевиков, которые привлекут ваше внимание. Ты место. «Ярость» — вьетнамский боевик 2019 года под руководством Леван Кета. История следует за Хай Фуонг, бывшей гангстеркой, которая отстранилась от своей семьи из-за своего тяжелого прошлого. После рождения дочери Май, Хай Фуонг старается жить спокойно в сельской местности, работая сборщиком долгов, чтобы свести концы с концами. Однажды Май обвиняют в воровстве и похищают бандиты, занимающиеся незаконной торговлей органами. Хай Фуонг, полная решимости спасти свою дочь, отправляется на опасную миссию, чтобы спасти Май и встретиться с преступниками, стоящими за ужасающей операцией в финальной битве. Главная героиня фильма в исполнении Нгок Тан Ван демонстрирует потрясающую игру, а сцены действия убедительны и стильны. Если вы любите фильмы о боевых искусствах, «Ярость» определенно стоит вашего внимания. У этого фильма рейтинг на IMDb 6.3, и вы сможете найти его на Netflix. И «Мария» — филиппинский боевик 2019 года режиссера Педринг Лопеза. В «Мире предательства и мести» бывший наемный убийца из картеля «Черная роза» оказывается в противостоянии с организацией, которой она когда-то служила. Она обманывает свою смерть, чтобы сказать «нет» своему прошлому и начать все сначала. Но когда картель обнаруживает, что она жива, охотница становится дичью, и она начинает отомстить всем, кто пытается разрушить ее новую жизнь. Этот фильм предлагает напряженные сцены действия, завораживающие драки и увлекательную игру Кристин Рейес. Может не соответствовать голливудским стандартам, но все равно стоит просмотра для любителей этого жанра. Фильм «Мария» имеет рейтинг 5.1 на IMDb, можно посмотреть на Netflix. 8. «Инга» — южнокорейский фильм 2023 года. Сценарий и режиссура принадлежат Йон Сан Хо. В далеком будущем, когда Земля стала непригодной для жизни, человечество борется за выживание в убежищах и космических колониях. Во время жестокой войны между войсками Коалиции и Адрианской Республикой капитан Юн Джон Хи выполняет миссии для лечения дочери. Когда важная миссия приводит к коме Джон Хи, ее мозг клонируют, создают наемника И Джон Хи. Быстро промотаем 35 лет вперед. Мир появляется на горизонте, поразительные откровения о проекте бросают вызов представлениям о героизме и самопожертвовании. Фильм представляет интригующие идеи о классе и технологиях и впечатляющие сцены экшена. У Джон Хи есть много знакомого. Присутствуют отголоски «Бегущего по лезвию», не всегда понятно, кто человек, а кто ИИ. Грубые и приземленные научно-фантастические визуальные эффекты напоминают все, от «Gears of War» до «Робокопа». Но обо всем этом легко забыть, когда попадаешь в трагические истории о свинцовых крикерах. У этого фильма рейтинг 5.5 на IMDb. 7. «Бешеный феникс» — тайский боевик 2009 года от Рачейн Лимтракула. В мире, в котором жестокая банда нагоняет террор в Таиланде, пропадая и убивая женщин, один человек встает против тьмы. Сианюм соединяется с друзьями, чтобы уничтожить безжалостную банду, отравляющую их жизни. Среди хаоса молодую женщину по имени Докоманда Санама спасает во время неудачной попытки похищения. Она обнаруживает их уникальный стиль боевых искусств и становится неотъемлемой частью их миссии. Вместе они формируют невероятную команду для борьбы с криминальной организацией. Боевые сцены в «Бешеном Фениксе» вызывают наслаждение. Они включают в себя и комедию, и бескомпромиссные трюки, так же, как и их искусное ставление. Хотя фильм не достигает уровня других тайских боевиков, он отличается стремительным темпом и яркими моментами. Его рейтинг на IMDb 6. 6. «Беспощады» — южнокорейский боевик 2019 года режиссера Им Кён Тхэка. «Беспощады» рассказывает о Ин Оэ, бывшей инструкторше армии, теперь телохранителе. Ин Э нападает на политика, насилующего ее сестру Юн Хэ, страдающую аутизмом. После тюрьмы Ин Э возвращается к Юн Хэ и узнает о ее скрытых проблемах. Когда Юн Хэ похищает торговец людьми, Ин Э начинает погоню. «Без пощады» — история мести и стойкости, показывающая силу главной героини. Хотя фильм и не новаторский, он увлекает зрителей. Рейтинг на IMDb 5.7. Этот фильм — вьетнамский боевой блеск 2022 года, спродюсированным Вероникой Нго. Это приквел к фильму 2019 года «Ярость», рассказывающий про основного злодея. Мистическая женщина обучает троицу девушек отомстить банде, злоупотребляющей женщинами.
Воинственные девушки смело вызывают коррупционное государство, обнаруживая, что их дело первоначально не то, чем считали. Фильм с жестокими боями, историей с развитыми персонажами и женской местью. Несмотря на то, что уверенность предшественника не совсем оправдывается, фильм все же привлекает внимание как качественный боевик. Рейтинг 5.8 на IMDb, доступен на Netflix. 4. «Балерина» — южнокорейский боевик-триллер 2023 года, режиссера Ли Чон Хёна. Следует за Окджу, бывшим телохранителем, кто преуспел в боях и стрельбе. Она не может защитить свою подругу Минхи, балерину, умершую несправедливо. Окджу отправляется на миссию исполнить последнее желание Минхи — отомстить. Фильм раздвигает границы, бросает вызов условностям, оставляет яркий след. Актерская работа передает красоту балета и жесткую реальность миссии Окджу. Улиц, озаренных неоном, до тенистых переулков, каждый кадр тщательно продуман. Рейтинг 6.2 на IMDb доступен на Netflix. 3. «Убить Боксон» — южнокорейский боевик 2023 года от режиссера и сценариста Пёна Сын-Хёна. История об Гиль Боксон, лучшем киллере, работающем на М. Она известна своим безупречным послужным списком и высоким рейтингом. Но ее жизнь далека от обычной, ведь она совмещает опасную профессию с материнством для подростка. Вступая в отношения с коллегой Ханом Хисоном, напряжение усиливается, а тщательно созданный баланс в жизни начинает разрушаться. Блестяще срежиссированный и безупречно сыгранный «Убить Боксона» дарит интуитивный и незабываемый опыт даже после титров. Некоторым он кажется затянутым — 137 минут. Но увлекательное повествование и удачный опыт просмотра делают его стоящим просмотра. Рейтинг фильма на IMDb 6.6, доступен на Netflix. 2. «Злодейка» — южнокорейский фильм 2017 года режиссера Йон Бён Гиля. «Злодейка» — трепетный триллер о мести опытной убийцы Сук Хи, завербованной тайным агентством после трагедии. Агентство предлагает ей новую личность и шанс на свободу за 10 лет службы. В новой жизни Сук Хи раскрывает темные секреты прошлого. Пройдя жесткую подготовку, она идет на месть тем, кто убил ее отца. «Злодейка» — фильм о мести с инновационными боевыми сценами. Один из лучших экшенов в корейском кино. Рейтинг на IMDb 6.6. Первая ведьма. Йин и два части. Боевики Пак Хун Чжуна. Девушка теряет память после ужасного инцидента. Пара в деревне забирает ее раненую. Группировка в черном преследует ее, и ей предстоит борьба с прошлым. Часть 2, другая, продолжает сюжет новыми героями. Оба фильма впечатляющие и кровавые, с яркими характерами. Великолепная актерская игра и операторская работа делают их обязательными к просмотру. «Ведьма» — часть «Верн. Подрыв». Рейтинг 7.1 на IMDb, часть 2 — 6.3. Время действия — женские боевики из Азии. Кликните видео и поделитесь любимыми в комментариях. Спасибо за просмотр.